Заместитель примэра села Капчак Анатолий Толмач рассказал, какие работы планируется провести в рамках четвертого этапа строительства парка в селе Капчак. Здесь на четвертом этапе достаточно интересная структура бюджета. Это 250 тысяч лей выделяет правительство Республики Молдова. Есть финансовые средства фонда возмещения контрибуции, есть финансовые средства КАП-инвестиции, есть пожертвования через общественную организацию Капчак Кечин. То есть на данном этапе более миллиона лей. Это четвертый этап работ. Планируется в рамках четвертого этапа это строительство дамбы, да, это установка мраморных плит непосредственно на дамбу, это разбивка на той стороне речки уже дорожек, установка беседок, стульчиков, детских игровых площадок, непосредственно уличного освещения и благоустройства территории, озеленения территории. В парке будут созданы условия для комфортного досуга людей. Его строительство было начато при поддержке турецкого агентства ТИКА. Проект предусматривал установку брусчатки, то есть выравнивание территории предпарковой зоны. Соответственно, были разбиты клумбы, были проведены работы по тротуарам, водоотводу. Данный парк достаточно сложный, потому что он находится в сложном рельефе, и мы решили сохранить рельеф и построить его в каскадном виде. Это был первый этап совместно с Турцией. Второй этап предполагал это с бюджета примарии, строительство амфитеатра. Мы построили амфитеатр более чем на 500 посадочных мест со сценой. Третий этап парка предполагал укрепление непосредственно существующей инфраструктуры по амфитеатру и непосредственно разбивка тротуаров, дорожек, установка моста и первые работы по строительству набережной вдоль речки Сарысу. Работы по строительству центрального парка в селе Капчак были начаты в 2018 году. Олег Дулугла, Леонид Афанос, ГРТ, Новости.